Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дар Риди. Добро пожаловать в аниматроники, это пятая часть. Нам нужно найти ключ от выхода из участка на одном из аниматроников. Раз в 30 секунд они, ребятки, отключаются. Вот это мне даст шанс найти... Ой. То есть нужно подождать, пока сова отключится. Скорее всего, ключ будет у совы. Я у собаки посмотрел в прошлой части. У кота посмотрел, не было, значит, у совы по-любому. Будем ждать, пока она отключится. Ждем-с. Там собака еще ходит. Слушай, она исчезла, сова исчезла куда-то. Как ни странно. Возможно, они сейчас вообще в отключке. Было бы здорово. Не, походу, они ходят. Где мне эту гребаную сову найти? Чтобы она именно отключенная была. Многие двери закрыты до сих пор. Так, пока что они ходят. За 30 секунд я должен это успеть сделать. Попался. Ну, а смотрите, начинаем с контрольной точки. Сейчас вы все услышите. А, вот сейчас. Вот сейчас они отключились, я так понимаю. Я надеюсь, да? Нифига. А почему этот отключен? Вот ключ-карта. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. От выхода. Покиньте здание. Они все в отключке. Вот он выход, ребята. Вот он выход. Все, что ли, мы прошли? Твою мать, не та карта. Не та карта? Найти другой ключ. Это не та карта. Да блин, они издеваются. Я думал, это будет самое короткое прохождение. Не тут-то было. Машкот? Нихрена. Я не вижу карту никакую. У собаки нет. Значит, у совы, ребят. Где мы сову найдем? Где-то гребаная сова. Сову сложнее всего, мне кажется, найти. Тут нету. А то там кто? Я не знаю, в этой коробке, непонятно. Может, надо его выпустить? Сейф куда-то пропал. Там кто-то стучится. Они по-любому опять зашагали. Нет, пока в отключке. Надо пробежать. Где эта гребаная сова? Блин. Так, за дверью. Хорошо. Я нашел сову. Вон карта, видите? Блин, она куда-то опять исчезла. Блин. Вот сволочь эта сова. Почему-то сова гребаная исчезает. Есть ли мне смысл вообще тут гулять сейчас? Должен быть звук, когда они отключаются, звук такой ту. Они ходят до сих пор. Звук такой ту. Значит, они отключаются. Ну, я слышал какой-то звук, но это какой-то скрежет был. Какой-то пи. Я так не могу изобразить. Скрежет.
сложность запросить. Отключились, нет? Вот она, сова. Постараемся пройти. Отключился! Ты отключился! Грёбаный аниматроник, ты должен был отключиться. За дверь, за дверь! Ты должен был отключиться, идиот! Все отключились, какого хрена ты не отключился? По эмоции, что ли, зашкаливали? Так, ладно. Вот этот звук. Я так понимаю, они должны... Они сейчас отключены. Или что это такое? Короче, нифига они не отключены. Ну давайте, отключайтесь. Ну, давай. Пока еще ходит. Второй сразу он отключился. Почему? Может, они не все отключаются по очереди, что ли? Кот не отключен, а собака отключена. Что за фигня? Реально, кот отключен. Ой, собака отключена, кот нет. Мне сова вообще нужна. Что он там делает с собакой? Стараюсь пройти, а что еще делать? Потихонечку вот так. Так, я умею прятаться от них. За дверь. И все. Почему ты, гребаный кот, не отключился? Отключился! Так, тут ничего нету. Да, блин. Ну почему ты так встал-то? Ладно, может там нету совы? Помните, мы видели сову? Где-то она была. Где ж ты, сова? Совенок мой хороший. Пожалуйста, пожалуйста. Вот она. Вот она, милая. Вот так, значит, да? Ладно. Надо... Подожди, а почему она не была отключена? What the fuck? What the fuck? Короче, мы знаем, где сова, 100%. Но нужно сейчас туда идти. И будем надеяться, что она отключена. Сейчас налево. Может, они уже отключены? Отключена, сова отключена. Даже не вздумай. Даже не вздумай шевелиться. Блин! Что такое? Я не могу подойти к ней. Вы издеваетесь надо мной. Почему? Она должна на меня смотреть. Где бумажка-то? В тот раз бумажка была на ней. Слушай, наверное, рандомно каждый раз. Значит, сейчас не на сове бумажка. Блин. И куда теперь? Код должен быть. Там еще один. Так, смотрим. Не включайся. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Я надеюсь, ты сейчас выиграешь. Пожалуйста. Твою мать, не та карта. Она в любом случае надо два раза забрать, да? Один раз будет не та карта. Значит, у кота. Скорее всего, у кота, ребят. Где кот? Где этот гребаный кот? Слушай, я не знал, где кот. Может, он тут?
Может, он вообще в вентиляции? Черт возьми. Один раз не та карта была, второй раз. За угол, за угол. Лишь бы он дальше не пошел. Пока, пока. Так, кот вон там ходит. Интересно, будет у него что-нибудь? Ну, чтобы он замер. Другие по-любому уже замерли. Все, кажется, отключился. Да. Так, смотрим кота. У кота ни хрена нету. Я думаю, все-таки у совы. Идем к сове. На спине, на спине. Я думаю, это ключ-карта от какой-то двери. Надо два раза сделать, значит, у собаки будет второй раз. Твою мать, не та карта. Надо два раза забрать. Так. Где может быть собака? Вон она. Пожалуйста. Не шевелись, пожалуйста. Не надо этого делать. Подожди. У собаки нету. У кого тогда? У кота мы смотрели же. Что такое? Два раза надо забрать у них. Блин. Или это собака была? Я уже запутался. Там собака. Ёлки-палки. Смотрите, одна у кота 100%. Давайте запомним, где кот. Вторая будет, скорее всего, у совы. Тебе нужно, чтобы он остановился. Он бежит сюда, кажется. Странно, что ты тут делаешь? Так, пожалуйста, остановись. Так. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. То есть первая по-любому будет фальшивая, надо со второго раза. Твою мать, не та карта. Она в любом случае будет не та, это по сюжету. Где бы ее не подобрали. Так, есть ли у тебя, пожалуйста, на спине собака? Значит, у собаки. Где собака, я не знаю. Вот она, собака. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Не туда, не туда, не туда, не туда. Пожалуйста, мне всегда не везет. Сейчас, а выберись. Я устал. Замечательно. Давай, 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 торопись. Все, собрался. Ну беги же. Все, открой, пожалуйста. Че, спаслись? Я прошу тебя, выезжай отсюда. Нахрен подальше, больше не возвращайся. Я в шоке, это было нелегко, ребят. Я, наверное, часа 3 в нее играл. Не, в общем, я часа 4 играл. Я только вот эту, последние уровни, 4-ю и 5-ю серию, в общем, я снимал часа 3, наверное. На игру, наверное, за часа 4-5 прошел. За часов 5, да, наверное. Мы это сделали. Главное меню. Офигеть, мы полностью прошли игру, ребят. Офигеть. Это просто жесть. Это просто какая-то жесть. Фу, я могу попробовать пройти игру в Стиме. В Стиме там совсем другая графика, намного круче. Возможно, я пройду игру на канале The Alex Play, так что подписывайся. Постараемся там пройти. Ну, у нас теперь есть опыт. Там намного проще, там немножко по-другому. Там будет проще, я думаю, ее пройти. А тут она немножко все-таки багованная. Ну, пройти все-таки можно.
по моим советам. Они, правда, вот четвертая серия очень долгая получилась, потому что я одну серию вообще, четвертую часть переписывал заново, я 20 минут видео просто удалил. Ну, потому что там ни о чем. Но это я решил оставить, там, 35 минут, что ли, видео. Офигеть, офигеть. Это было сложно, но мы это сделали. С вами был Дариди, всем пока-пока, до скорого, до новых встреч.